Сегодня мы хотим рассказать о нашем земляке, герое Советского Союза, Козлове Александре Герасимовиче. Козлов Александр Герасимович родился 6 февраля 1918 года в деревне Любовки Балтийского района Саратовской губернии. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года сражался на Западном, Воронежском, Юго-Западном, Центральном и Белорусском фронтах. В одном из боев у реки Снов Козлов Александр Герасимович, наводчик орудия 53-го гвардейского кавалерийского полка, 15-й гвардейской кавалерийской дивизии, 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, 61-й армии Центрального фронта, на плоту стал переправлять орудие на противоположный берег. 3 октября 1943 года фашисты в районе Колыбани Злодеевки бросили в контратаку почти полк пехоты с двумя танками. Козлов смело вступил в бой с бронированными машинами противника. Благодаря умелым действиям артиллеристов контратака была отбита. На следующий день гитлеровцы возобновили наступление. Несмотря на огромные потери, фашисты шли на пролом. Выбили из строя командира орудия, но расчет продолжал сражаться. Козлов выполнял обязанности и командира орудия, и наводчика. За 3 дня беспрерывных боев огнем 45-ки было уничтожено 2 танка и до 2 взводов пехоты. Все атаки гитлеровцев были отбиты, плацдарм удержан при расширении. 22 ноября 1943 года в бою у рабочего поселка Васильевич, ныне город, в Гомельской области Белоруссии, гвардии старший сержант Александр Герасимович Козлов... В селе Широкий Уступ Козлову Александру Герасимовичу установлен памятник.